Всем доброе утро. Вы знаете, сегодня я поняла, что мне сегодня ночью приснилась бабушка моя. А я думаю, почему? А оказывается, сегодня 9 мая. Это просто вылетели как-то числа из головы. Бабушка мне снится очень редко. Крайне редко, я бы сказала. Она что-то сидела за столом в моем сне, чистила вареную уже картошку. А она ее очень любила. И что-то меня расспрашивала по поводу того, почему люди хейтят в интернете. Ну, представляете, она меня во сне спрашивала. Она говорит, а что они пишут? А вот что тебе-то они пишут? Ладно тебе. А дети, про детей почему могут плохо написать? И она так искренне это спрашивала у меня во сне. И чистила свою любимую бульбу. Я к чему это все? К тому, что сегодня большой праздник. Большой праздник, который очень любила моя бабушка, любил мой дед. И для них это действительно был огромный праздник. И очень хочется, чтобы они все-таки нами гордились. Очень люблю свою бабушку, дедушку и всех вас с праздником.